мужчина. Они тебя отпустят. Ще по голові. А то сука ще оживе. А пущай оживает. Їх всіх в одну яму. Одну вже зарили, тут уж 40 було. Некоторые становлюсь. Там стонали. Один очень стонал. Все одно зарили. Да. Один сукин сын хитрый. Притворился мертвым. Его даже хотели оттянуть в сторонку. Аркадий, как вскочит, как бешеная собака. Пился так нашим, пился как бешеная собака, да зубами. Его бьют прикладом, а он уже без памяти висит. Так подлец и умер. Кусок тела оторвал. Вот так. Вот так. Вот так он и повсегда. Он рад, и вырвав тебе шматок тела. Больше никого не водить. Перерыв 2 часа. Ну, свободный вы, товарищ. Но только мы без провожатых. Ох, и спать же буду. Устал я с собака. Не спал. Трое суток. А я с неделю уже не сплю. Таща не спал без тиждень. А бы перестрелять из их буржуев. Вычистить до ноги. Чисто всех. С детьми. С жінками. Чтобы на развод не осталось. А то. А тих українців так не то, що розстрілювати. А всіх же ми в одну яму та й здати. От вам самостійна Україна. От тепер відділяйтесь від Росії. Вірно? Другого способу на їх нема.